Велопробег дружбы. Финские велосипедисты провезли воду из Ботнического залива до Кольского. Этот необычный подарок вручили жителям столицы Заполярья. Денис Прокопенко расскажет подробнее. Около 800 километров преодолели финские велосипедисты по дороге от Кеми до Мурманска. Спортсмены таким образом решили поздравить столицу Заполярья со столетием. По пути финны наведались в Киров, Скопотиты и Полярные Зори, у которых в этом году тоже юбилеи. Все это время в рюкзаке за плечами руководителя группы находилась литровая бутыль с водой. Перед выездом велосипедисты зачерпнули ее из Ботнического залива. И очень приятно то, что они проехали 800 километров на велосипеде, чтобы приехать сюда и поздравить города Мурманск с наступающим праздником, столетием. Мурманска. Такие визиты, по мнению финских путешественников, служат укреплению международных связей, даже несмотря на непростую ситуацию в мире. В этом организаторов велопробега поддерживают и власти Мурманска. Я думаю, что это будет здорово, если такая традиция появится в таких взаимоотношениях, потому что все равно же мы бываем различные делегации, спортивные, культурные, образовательные. А если вот такое вот просто велопробеги делать, они к нам, мы к ним, я думаю, это здорово будет. Когда будут подтягиваться, вот начало положила небольшая группа людей, а когда будут, возможно, может, если пофантазировать и семьями, и коллективами, это, конечно, будет здорово. Воду из Ботнического залива вместе с футболом Волка и с логотипами велопробега дружбы передали мурманчанам. Теперь финны ждут с ответным визитом мурманских спортсменов, особенно в следующем году. Ведь в 2017-м исполняется 100 лет независимости Финляндии. Такие визиты вежливости необычных форматов по планам участников велопробега должны превратиться в хорошую традицию.